Всем привет! Находимся мы на приусадебном участке. Вот там наш дом. Возле Днепра. Речицкий район. Белоруссия. Выходим к лесу для того, чтобы собрать травы на зиму. Заготовить. И сегодняшняя прогулка у меня будет связано с чабрецом. Я буду собирать и заготавливать чабрец на зиму. Вот так он выглядит. Выстилается вот таким образом, как мох можно назвать его. А вот с такими розово-фиолетовыми цветочками. Ближе показываю. Аромат обалденный, ярко выраженный. Вот растет он возле дорог. Любит песчаную почву. И солнышко, но в основном вот так вот под елочками. Покажу, там вот еще дальше он растет. Его много. Вот, то есть хватит всем заготовить на зиму. Чабрец я знаю как такой природный антибиотик. Вот он спасает от всяких заболеваний вирусного характера и просто простудные явления, которые появляются у нас. Ну, незаменимый для нашей народной аптечки дома. Незаменимая травка. Я завариваю просто чайком, делаю чай и пью. Пить его можно 10 дней. Потом делается перерыв. Вот еще раз показываю, как он выглядит. Вообще, как бы он обладает широким спектром полезных свойств.